Воскресенье Папа Франциск напомнил о недавней беатификации судьи, убитого сицилийской мафией в 1990 году. Его звали Розарио Леватино. Пусть его пример будет для всех, особенно для судей, поощрением быть верными защитниками законности и свободы. Аплодисменты новому блаженному. Папа создал особую группу реагирования в честь бывшего судьи, которая будет заниматься официальным отлучением от церкви членов мафиозных группировок, особенно тех, кто скрывается за христианскими образами. Ранее папы неоднократно открыто осуждали мафию. Иоанн Павел II сделал это во время своей поездки на Сицилию в 1993 году. Обращаюсь к ответственным. Обратитесь, однажды наступит суд Божий. Бенедикт XVI также осудил мафию в Палермо. Не поддавайтесь наговорам мафии. Это путь к смерти. Это несовместимо с Евангелием, как часто говорили вам наши епископы. Папа Франциск также осудил мафию во время этой встречи с пострадавшими от действий мафии. Обратитесь. У вас еще есть время, чтобы не попасть в ад. Вот что ждет вас, если вы продолжите идти по этому пути. Группа реагирования будет собирать материал для официального отлучения от церкви всех состоящих в мафиозных группировках, в том числе связанных с контрабандой наркотиков, торговлей людьми и преступностью, где бы они ни находились.